Ребят, всем привет! Установил мод на новое расположение оружия, как вам? По-моему, вполне симпатично. Так удобненько и необычно получается. Значит, тут меня кошмарят собаки, не дают пройти к переходу. Попробуем сейчас как-нибудь их обогнуть. О, нет, меня опять. А, я не могу стрелять, что? А почему? Короче, тут какая-то дичь полная происходит. Собаки нападают, убивают, жить не дают. Давай-ка выбросим пока что рюкзак и как-то попробуем куда-то запрыгнуть, потому что у меня не получается собак замочить. Прям вообще ни в какую. Где собачки? Ах, сейчас их нет. Они буквально тут бегали. Когда я придумал план, они пропали. Вот они, смотри. И все фантомки оказались. Но одна готова, как минимум. Теперь еще обычные слепые псы. Но они что-то ко мне особо не торопятся, да? Идите сюда, ребят. Из-за того, что тут теперь нет долговцев, как видите, собак развелось целая куча. Здорово, дядь. Что, можно тебе продать что-то? Нет, нельзя. Пойдем за рюкзаком, наверное, сходим. Где-то я его вот скинул. Заряжаем магазины. Ну что, этот квест, который невозможно сдать, придется тогда мочить мужичка. Своего задел! Какого черта, я же свой! Прекратить огонь! Свои! Куда стреляешь? Я свой, куда стреляешь? Угу. То есть разрабы сделали бесконечного НПС, бессмертного, на котором висит квест, который невозможно сдать. Спасибо большое разрабам, это гениально. Я считаю, в каком-то роде это артхаус. Пусть будет так. С квестами у разрабов тут явно какие-то проблемы. Напомню, моду не первый год. И я, оказывается, первый из 1000 человек, которые в этот мод поиграли. Интересно, интересно. Ну, либо есть другой момент, что разрабы знают про эти баги, им абсолютно похуй, но это вряд ли. Вряд ли ребята бы так поступили. Теперь все перфекционисты будут, конечно, страдать из-за этого. Квест останется навсегда. Ну что, бар, занимаемся нашим любимым делом. А тут, оказывается, у меня капитальный перегруз даже больше, чем можно вместить. Вот это да. Я, конечно, помню, тут еще ящичек. Во-первых, в самом баре тоже можно что-то прятать. Это да, есть такое. Свободовца замочить? Но это опять базу. Можно было бы. Перехода, правда, сейчас нет. Но и вообще, по-хорошему, мне по вот этим квестикам ходить. Типа главным сюжетным заданиям. Хоть они и не нужны, но побыть там-сям, как своеобразная отметка развития персонажа. Что, ну вот, я побывал в подземке Агропрома. Так, тут я должен сдать квесты. Два квеста брал. Один на смартфон, один на что-то еще. Ага, вот. Дело сделано. Деньги. Добыть устройство. О, смартфон. Подожди, ах ты. Почему он вообще два забирает? Это во-первых. Во-вторых, он забирает мой разряженный почему-то из слота. Я надеюсь, я сохранился. Поэтому так мало. Так-то он должен 70 долларов за цел давать. Да, отлично, сохранение есть. Значит, смотрите, вот это надо снять и убрать. Это мой основной. Он пусть забирает вот абсолютно целый смартфон. Деньги. Стол. О, вот это по-другому уже. 120 долларов. Еще и тайник. А так он два дает. Это очень странно. Смотрим, где тайничок. Ну так непонятно, где тогда появился. Кстати, у меня вроде бы тут был один тайник. Или у меня шиза. Может, в рыжем лесу, может, тут. О, жизнь в Припяти даже тайники. Ёптать, а чё у вас с руками? Вы мертвецы? Вот у этого, например, нормальные руки, а у этого какие-то черные. А у этого какого-то цвета мертвеца. Так, опять свобода, опять армейские склады. Но этот предлагает 16, обратите внимание. Есть вероятность, что это из-за отношений? То есть, может быть, у меня с долгом было меньше? Не знаю, ладно. Не стоит этим забивать голову. Привет, бармен. Забирай денежки. Мало, мало, конечно. 2300 гривен, это еще с моими 50-ми. Ну, смартфон, наверное, простенький квест, поэтому так мало. Кстати, смотри, он неплохо принимает кусок мяса за 190. То есть, если я прямо сейчас бы слил 250, слил бы все, то нормально бы вышло. Но сливать как будто лучше все-таки охотнику. Так, подожди, а у кого я брал второй квест? Охота на охотника. Во-первых, у тебя вообще есть, в принципе, задание? Понятно, глок. Ага, значит, это был ты. Но работа выполнена. Деньги. 8300, пиво. Но опять же, будем обузить тайники. Во, с тайничком, отлично. Ого, даже на этой локации. Это все ему принадлежало, пусть пока тут полежит. Еще и с тайничком. Нам маза выбивать, конечно, инструменты. Это что у тебя за бинты? Усиленный спецбинт, ё-моё. Надо еще ребятам продавать свои ПДАшники найденные. Ну, кстати, блюдо. Точно, тебе можно продать блюдо. Иди сюда, пожалуйста. Забирай. Недорого, он хоть нифига себе. Гуляш из кровососа почти 1000 гривен стоит. Это так-то вообще отлично. Но это все забирай. 6800 дополнительно, 126 уже тысяч. Жируем, продам обычным сталкерам ПДАшники тогда, как обычно. У этих постоянно деньги есть, я не могу. Я постоянно этим сливаю. Конечно, это может разные сталкеры, кто его знает. Мужики, я знаю, вам нужен ПДА.
Сейчас же еще и поспим с вами, скорее всего. Потому что время поздновато. Этот, видимо, уже мой клиент. Хотя вот можно было бы купить энергетик. Да давай купим. И тут же выкупим. То есть, по сути, практически один в один на энергетик обменяли. У меня еще и куча гранат есть, посмотрите. 380. А ну-ка, а бармен за сколько берет? А ты что, бармен, сразу к Петренко можно сходить? Здорово. Во, по 700. По 716. Давай сохранимся. Пусть забирают. Но мне эти гранаты много не надо. И они, смотри, 3500 дополнительно. Нормально. Ёптать, 100 патрон 12 тысяч. А сколько вот ружье? Ну, именно ружье 12. 52 тысячи дробовичок. При этом дроби, что он продает? Вот 10 штук. Какая-то смешнявка. Ну, вот если в логику ударяться, согласитесь, это очень и очень странно. Типа, вот он торгуется оружием, вот он продает, и он продает всего 30 патронов. Серьезно, то есть больше нет. Всего 30. Ну, понятно, вы скажете, но это то, что он тебе может предложить. Ну, в принципе, согласен, но выглядит просто очень смешно. То есть, 30 патронов. Ты продаешь 4 ствола, которые стреляют дробью, но ты продаешь всего одну пачку жикана к ним. Но это вообще бред. Ну понятно, баланс, все дела. Купил батон хлеба, потому что у меня где-то была колбаса, я точно помню. И сейчас можно будет бутеры делать и кушать. Слушайте, у нас тут так много всего, что уже нужно с этим что-то делать. То есть как-то разгружать, что-то куда-то убирать и так далее. Потому что ну все, буквально ничего не убирается. И там закрыто, забито, и здесь все забито. При этом что убирать, я не совсем понимаю. Надо будет мясо где-то отдельно хранить, я так думаю. Мясо, части тела, возможно, вот тут вот. Подожди, а с другой стороны ведь... Сюда оружие убирается, когда начинаешь арену. Страшно, что обнуляется. Поэтому нет, пожалуй, сюда все-таки не покладу. Знаешь, куда тут сюда? Как раз где тайник лежит. Стоп, это тайник? Вот это тайник. Да, ушки. Короче, сюда убираем части тела теперь. Ну и мясо мутантов. Кстати, трусы разбираются. О, на тряпочке. Вот и колбаска, которую мы сейчас с вами покушаем. Вот сюда у меня будут складываться части. Как видите, у меня уже тут 47 литров частей. Это какой-то ужас. Скорее всего, я буду их отдавать потом по итогу. Продавать на барахолке мужику. Он их дороже всех берет. Но тут все-таки еще что-то осталось. Так, давай-ка сольем пока. Тут у нас еще несколько шкур. Да уж. Зато тут теперь 52, практически в два раза разгрузился. Вот так вот, ребята, дела обстоят. Нужно несколько нычек иметь. Причем везде, чтобы разное было. Жаль, тут нет аддона на Энобли, который присутствует. Чтобы там свои сундучки ставить. Ну, обстраивать базу. Вот так вот. Теперь и шкуру перенес. Сейчас мне нужно перенести Икзу из тайника с патронами. Хотя, вам, наверное, не интересно это все. По поводу ТБ надо думать. Может его реально вычинить, да нацепить на себя. Смотрите, что это? Стандартный костюм Заря с сервоприводами модификации М2. В целом защита такая же, как и у обычной Зари, но переносимый вес при этом значительно увеличен. Вот так вот. Это берем себе. Сейчас пойдем посмотрим, сколько починочка будет стоить. Может реально ТБшку нацепить. Сколько будет стоить починочка? Вот такого чуда. 25 тысяч, это даже дешевле, чем я думал. При этом по дефолту в нем можно бегать. Но единственный минус, наверное, кармашков, да? Меньше. Класс брони 7 минус 0 почему-то написано, а то есть 8. Как может быть класс брони 8? Это как понять? То есть он лучше по классу брони, вот эта куртенка лучше, чем ТБ? Но это какой-то прикол, мне кажется. Рады, что тут повышенные параметры радиозащиты. Ну она даже, смотрите, убитая, в принципе. Ну как убитая? Половинчатая. По всем характеристикам лучше. Прям по всем, кроме, опять же, карманов 4. Ну хотя также карманов. Темный восход, монолит. Дочиним, короче, что тут рассказывать? Починить 25 тысяч, да, починить. При этом у меня все еще 100 тысяч гривен, это просто жесть. И смотрим, если нацепить на себя, то есть максималочка тут, 38 литров, 62 килограмма. Нацепливаем, единственное, что там шлема, скорее всего, не будет. Но шлем тут и не нужен, потому что тут встроенный шлем. 60 литров, вот он комбез. 55, подожди, когда я этот нацепил, у меня сколько было? Тут хотя бы 55 из 60, опять же, бегать можно. О, причем я даже бодрее, ой-ой-ой, как я бодро-то бегаю. Ну, то есть у меня теперь же повышенный лимит килограммов и так далее. Этот костюм за 1500 гривен починить, это починить и продать прямо сейчас за часть денег, часть средств. Ну что, я выбираю жить в кайф. Лё-лё, смотри, какая торпеда. И я напомню, я на перегрузе. Ну, по крайней мере, в этом костюме я бы сейчас был на перегрузе. Смотри, как я несусь. Ну, побегаем за ЧСТБ, все. Ну, реально, а почему нет? То есть, по характеристикам он по всем лучше. А, ну, кроме брони. Блядь, как? Что? Броня лучше? Подожди, как такое может быть? По-моему, когда я смотрел наоборот, то тут была броня. Скорее всего, тоже надо не смотреть на броню. Она тут, скорее всего, фиксированная, опять же. Надо смотреть на бронезащиту. То есть, класс бронезащиты, торс 3-3. Ну, короче, все 3-2. Здесь же все 4-5, там, причем больше бронезащиты, смотрите. То есть тут небольшой список, тут вон какие-то кисть, ступни, там, туда-сюда. То есть, ну, по-любому броня лучше у ТБшки. Просто эти проценты замешательства вводят, написанные. Может, кто-то сейчас скажет, что я зря продаю. Вот, кстати, 16 тысяч, плюс еще 5 тысяч гривен. Ой, 4. Ну, во-первых, опять же, задание вылавливать забодаешься. Во-вторых, ну, а что теперь делать? Продаем. Хранить. У меня и так все ящики переполнены сейчас. Надо вообще инвентаризацию провести и повыкидывать нафиг половину, что там лежит у меня. Работа есть? Отвал. Понял.
Ну и все, сейчас финальную инвентаризацию делаем. Прыгаем тогда на янтарь, смотрим там, как дела. С янтаря есть переход, кстати? Да, потом идем на агропром, скорее всего, в переход в подземку прыгнем. Или как там думать? А почему тут висит переход, если вот тут можно было прыгнуть? Ну, по идее, мне нужно в тайник стрелка. Там пошукать. Но что-то меня прям вообще не туда куда-то кидает. 74 литра, все, ненужное скидываем. Ё-моё, сколько у меня мелкого калибра. В какой-то момент мне его продавать надо будет просто. Но вообще, правды ради, мне нужно бакелитовые магазины нафиг продать уже. Вот некоторые. Некоторое количество их, скажем так. Какой же кайф бегать. Ну, я, конечно, в общем разгружен. Понятно. Там еще надо смотреть. То есть костюм-то, он больше литр дает, но он и больше весит и так далее. И то есть по соотношению с тем костюмом я больше все-таки поднимаю или столько же плюс-минус? Или меньше вообще? 360. Ну, мало, конечно. Это я бегаю как торпеда, еще и при условии того, что я немножко хочу спать. Ну, хотя тут, может быть, не учитывается. Вот в NLC было так, что чем больше ты хочешь спать, тем медленнее ты бегаешь в итоге. И выносливость хуже восстанавливается. Тут, скорее всего, так не работает. Это у нас членовца надо отдать бумажки. Ну, вот опять, этот значок меня бесит. Максимально разгрузился. Все равно есть значок объема, видите ли. Что-то не так с ним. Поспал, прошел пси-выброс, надо смотреть на переходы. Не, походу после выброса именно меняется. То есть от пси-шторма именно не меняется переходы. Стадо плотей на роске к югу от входа в бар. Ёма. Стадо плотей там напало. Что по квестам у нас, в принципе? Стратегические припасы. Сломанные документы. То есть, по сути, у меня остался один квест, который можно сдать, именно не из каких-то сюжетных. Остальные Симпсоны мне ничего не дают. Да, получается как-то грустно. Ну, посмотрите, как я бегаю. Это просто сумасшедший какой-то мужик. Сейчас все тут разнесет. На самом деле, я вам скажу так. Все-таки нудновато вот это постоянно. У всех по отдельности спрашивать квест. Каждый раз. Ну вот, что ты хочешь? Опять долги. Долг — это фигня квест, как мне объяснили. Я не знаю, почему, но мне сказали. Две нашивки бандитов. Без проблем, брат. Хороший квест. Но опять, награда будет маленькая из-за того, что нашивок-то всего две. Но зато репа. Хотя репа с долгами мне не так уж и нужна, честно признаться. Ну так, единственное, что чтобы у них арсенал был пожирнее, это да. О, опять, темная долина. Кладбище техники, кстати. Мочкануть свободу? Это можно взять. Кладбище техники, да? Слушай, ну можно туда сходить, как будто бы. Провести спасательную операцию. Так, две нашивки тоже готово. То есть, видишь, не будешь спрашивать, но не будет у тебя квестов. А спрашивать заманаешься. Постоянно ко всем подходи. А вот сделали бы тут доску объявлений. Вообще было бы здорово. Так было в каком-то моде реализовано, не помню где. То ли возвращение в зону, то ли еще где. То ли, может, плохая компания 2 масон. Здорово, ну что, дело сделано, деньги. 6000, стерильный бинт, тайник еще. В целом неплохо, ранг повышен. Отношения были 300, по-моему, 350. Еще и 50 очков дали. То есть, ну, неплохо. Тайник, где появился, непонятно. Может быть, этот. Опять же, эти бумажные деньги, конечно. Ну, забирай. 1800 гривен. Копейки, опять же, но это было понятно. А, у него еще есть квест, кстати. На армейских складах кого-то шлепнуть. Перехода туда нет. Все, значит, с вами сейчас идем на кладбище техники. Вот там что-то надпись была неприятная. Время квеста истекло наполовину. Страшно. Монолитовцы на радаре? Ты че? С ума сошел. Это как всегда на роликах. Представляете, для экзоскелета теперь есть улучшение в моде роликовые коньки такие какие-то. То есть он сам катится, мужичок. Еще один такой же, но он просто хочет быть в моде, в тренде. Увидите, он ножками так пошевеливает. То есть он не катится, он именно тык-тык-тык ножками перебирает. Типа свой, типа он такой шарит. Ладно, поехали на кладбище. С такой скоростью, как я бегаю, мне кажется, я быстро дойду до точки. Опа! Бандосики. Вот ты попался, дружок. Пирожок. Ты один? Ага, упал раненый. Ну, здорово! Или думаете, это жестоко было? Сохраняться можно? Да, значит, он один. Ё-моё, сколько у тебя всего? Ну, подлутывал он. Так, ну это нам уже не надо. Стоит копейки. Самогон надо. Курение? Ну, осуждаем, и плюс оно облучённое. Так, ну что у него из интересного? Вот это, кстати, разобрать можно будет. Навык поднять себе лишний раз. У бандитов все время береты. Мне кажется, они ограбили какой-то караван с беретами, либо вскрыли хранилище. Но тогда почему не все береты ржавые? Вот у всех, абсолютно. Три граната ж. Блин, единственное, что я его уже начал лутать и не сохранился. 30 патронов. Ого, еще 3. О, ё-моё, так у тебя для калаша вообще прям сказка. А ну-ка перезагружаемся, посмотрим, в ПДА обновится у него. Идет такой, расхаживает. Не, в Арии легко подняться. Ну, смотрите, 25 тысяч, я починил ТБшку. Что, ее сложно починить? Вообще не сложно. Так, давайте посмотрим, а у меня навык разборки насколько увеличится. Разборка. 1.09. У меня прям вообще маленький навык. Пробуем. Повышен. 1.1. О, нормально. Ну и все это
В рюкзак убираем, что нашел. А нафига я плохие патроны подбираю? Вот кто-то мне объяснит. Все равно не буду ими пользоваться. Погнали дальше. Вытащить долговца из плена свободу, пока те его не убили. Срок выполнения 2 суток. Все ясно и понятно. Главное быстро их ликвидировать, чтобы они не успели его убить. Но они не должны. Будут на меня сразу все свое внимание переключать. Уже появилась отметка. Тоже простой квест. В теории за него, кстати, должны дать 75 баллов. Простой я сказал, потому что он рядышком совсем. Опа-опа, обратно. А так-то по себе он сам, ну, необычный. То есть это не просто там пойти принести там 3 куска плоти, да. То есть это что-то так, ну, прям спасти мужика. При удачном исходе, значит, должны 75 баллов дать. Так, уже кого-то вижу. Этот кто-то красный. Гранату туда не кинешь, потому что там опять же наш. В теории этот человек должен в меня стрелять, пока я не перебью всех, кого надо, ну, его, ну, вот этих напарников. Хотя, подожди, он же пленный. Не-не, он не будет стрелять. А, когда стреляет, это работа под прикрытием. Ты приходишь, там этот чел, враг тебе. Чего, кого? Вручайте, пошлите кого-нибудь на нас напали, это монолитцы на кладбище техники, к юго-востоку от холма в лесу. Вот холм в лесу, к юго-востоку. Юго-востоку. Тут, что ли, где-то? Вот он, холм в лесу, других холмов нет. А, юго-восток это тут, ты дурак, что ли? Все, извиняюсь. Может, тут и напали, кстати. Ребят, я не монолитец, если вы про меня. Это наш. Хотя это писали бандиты, я против свободы воюю, ё-моё. Гринка взорвалась, но мне пофиг. Ну как, пофиг, но не пофиг. Броня, причем 100%, но руку повредили. А как? Значит, и броньку должны были повредить. Ну вот и такое бывает. Сначала щупаем мужичков, ну в смысле свободовцев обыскиваем. А потом уже нашим типом займемся. Подожди, ляш-ляш. Откуда у тебя вообще оружие? У вас тут ничего не было. Так, а где монолитовцы? Где-то вот тут должны быть. Бинокля до сих пор нет, это проблема. То есть типа где-то здесь. Ну, на юго-восток. Ну и у этого ничего тоже особо интересного нет. Ладно, задерживаться тут не планирую. Мужика спасаем и поехали. Хочешь жить, иди со мной. Спасательная операция. Хочешь жить, покупай у меня ПДА. Ага, денег нет. Ладненько, поехали так. Мужик, я чуть в аномалию не влетел, ты видел? Бандит гуляет. Хорошо прилетело. Он один был? Че он тут ходил, интересно, кто его послал? Так, АКМчик, нормально. Без патронов, правда, это печально. Клюв облученный. Бобы облучены, кто сомневался. А, вот тебе надо квест дать? Ну, нормально. Граната, тайник еще. Ну и денег. Как будто бы нормально так, по количеству. Тайник он мне дал на кладбище техники, совсем недалеко от места, где я спас типа. Мог бы сразу дать. Ля, что делает? Ты что, мужик, завис? Так, мне починиться? А это кто? Ты как тут оказался? Нет, надо выкинуть. Вообще не понял, откуда это взялось. На, тебе надо? Нет. Репутация что там? Было 350, стало 400. То есть также 50 баллов дали. Зато денег как будто много, но, скорее всего, в пересчете на гривны сейчас получится не так уж и много. Ля, что у тебя с лицом, дурак? Ты чем обмазался? Крови, что ли? Какой-то бешеный сталкер тусит. Ну, 8550, в принципе, нормально. Могло быть и хуже. Ну что, перемещаемся наконец на янтарь. Можем себе позволить воспользоваться услугами. Янтарь 3500, поехали. Наконец-то. Опять же, туда я иду в основном, чтобы начать выполнять задания ученых. Повышать репу, там, не сказали, детектор надо, очень важно. Тут, господи, я сначала глюканул, подумал, столько монолитов, что происходит. Ёпты тут народу, слушайте, мужики. Жесть, ты кто? Гришка Узел. Так, давай сначала познакомимся вот с важными персонажами. Типа такого. Потому что этот вроде на водку что-то там меняет. Привет, за 5 пузырей. А какая водка? Казаки? Надеюсь, что казаки, потому что если какая-то редкая, то, ну, ничего не получится. За 5 пузырей 2 пачки дроби, то есть 20 патронов, серьезно, что ли? Мало как-то. Ну, наверное, это, короче, пачка, ладно. А, это бутылка вообще с водой. За 1000 берет водку, нормально. Тайнички тут есть? Нет. Ну и, в принципе, особо ничего нет. Для все мужики напряженные. Не понял. Можешь починить кое-что. Кстати, а, подожди, в смысле? Вообще тут есть техника, которая чинит абсолютно все. Вот этот Типсон. Он, вернее, да, прокачивает абсолютно все. Но по цене 2x вроде как. То есть, если деньги девать некуда, пожалуйста, можешь что хочешь прокачать. Класс брони плюс 1%. Как это понять, не знаю. Выносливость, вес, вот это все бы тут вкачнуть. Еще минус вес бы качнуть самого броника. Минус 6. Ой-ой-ой, какая бы это была красота. Кто ты? Инструменты ему, ничего не надо. Вон кайфарик. Возьмем внутрь. Господи, я чуть не убился. Изменено, что ли? Тут какая-то койка. Доцент Семенов. Не могли бы помочь? Конкретно. Я и так все сказал. Блин. Такое дело, надо посмотреть, где именно. Помочь доценту Семенову. А куда?
Подожди, помочь доценту Семенова. А что ему сделать-то? Нужно спроводить доцента Семенова по окрестностям, отыскать и убить несколько мутантов, чтобы ученый мог взять свежие образцы тканей и просканировать тела. Звучит как-то... Не знаю. По сути, просто мешкануть кого-то. Научной базе. Купить ваши костюмы. Короче, пока он не может продать. Что можешь предложить? Специальная снаряга. Протоэкзоскелет эколог. Научный комбез. Шлемы. Не, пока мне такое не надо. То есть у него нет именно торговли. Я пока подумаю над пси-шлемом. Мне нужна вода за 500. Дезактивировать пару моих вещей, кстати, можно? 3000 гривен. Подзаработать. Вот это квестики. Одна щитовидная железа кота. Вот, по-моему, именно ее у меня нет. Я случайно взял квест. Ой, вас интересует что-то особенное. Мне нужны свежие образцы мозгов контролера для более углубленного изучения феномена пси-излучения. Подожди, это за один мозг? Я бы купил за душу. Короче, надо отгрузиться, ребят, потому что щитовидной железы кота у меня нет, как я помню. Вообще, я котов уже давно не встречал. Ёптать, опять перезагрузился, квестов нет. Ну что за... Одна печень слепого пса. Кстати, а по-моему, печень-то у меня есть. Но единственное, что тут на время квест. Вот в чем проблема. Что-то особенное. Но опять же, мозгов контролера. А сколько мозгов контролера? Один? Еще? О, тут что-то есть. Вот бы можно было навык взлома прокачать и украсть. Хи-хи-хи. Так, ну в целом все. Пришел, взял один квест. Ну, у этого отменился, блин. Что я теперь поделаю? О, нифига, это что? Ну это фальшивка. Она не подбирается. Ну что, мне придется перезагружаться, пока у него квесты не появятся. Нам у него, походу, не появится. Ну да, короче, забей на это дело. А что тут, столько сталкеров? Неужели только у этих типов квеста можно взять? Из ученых? Серьезно, у двоих ребят? Ну да, они все какие-то такие. Охрана типичная. То есть, они вроде говорят, подходи, пообщаемся. Забирайте подашники. Да, печально, что ни у кого нет квестов. То есть, типы из охраны не дают квесты. Это мы с вами уяснили. Так, ну все, сходил. Взял квест на печень слепого пса. Профукал квест с Семецким. О, господи, Семецким. Семеновым, Кругловым, кто он там забыл. Все, пойдем на агропром, как и хотели. Плюс тут на переходе могут ждать монолитовцы. Это нам надо, потому что их можно будет мочкануть. Как минимум один там был. И потом прыгаем в подземку агропрома. Опа. Вот это мне точно надо. Агропром. Есть тут кто? Ну, плоти, значит. Монолитовцы улепетнули. Вертик еще летит. Хотя, может, плоти монолит дружит, как считаете? Да вроде нет. Есть маза. Ящик обыскать просто банально. Там уже какая-то шмальба. Елки ты живучая. Ну а что, у меня уже ТБ, ребят, прикиньте. Вот, а вспомните еще недавно, в чем я бегал. Я же был вообще таким голодранцем. Чего уже бояться? Блин, мясо. Можно, короче, взять. Просто мясо мне еще, по-моему, ни разу не удалось реализовать. Оно еще и пропадает, вот в чем проблема. Вот в NLC сделано круто. С частями тел. Там прям мяса нет, там части тел. И они пропадают со временем. И вот ты бегаешь их, пытаешься продать, обменять, пока не пропали. Здесь части тел не портятся, но мясо портится. Опа, снорка вижу. Да ё-моё, куда летит-то? В меня стреляют? Ну и всё, нервяк пошел, не могу отрезать часть. Опа, да, по мне, кстати. Да, так, тут сделаем сейф. Кто там такой смелый? Да зомбики, мне кажется. Ещё в аномалию попал. Ну да, такое есть. Там он сталкерок что-то бежит. Ну, на агропроме вечно какая-то движуха. И вечно можно для себя что-то найти. Сок облученный. Кукуруза облученная. Это, ну, понятно. Кроме этого, все облученное. Я еще ни разу в темной долине не был. Можно будет туда сходить. Как-нибудь. О, здорово. Сталкерок мертвый. Свежий, походу. И что такое? Селезенка крысы. Вот она как выглядит, ребят. Я впервые нашел селезенку крысы. Причем это как еда считается. Какой-то костюм у него черный, небесная заря. 10 видов зари придумали. Вот она и щитовидная железа кота, пожалуйста. Ну, расстроило меня, что всего пару человек можно взять квест у ученых. Ну, конечно, по-любому в окрестностях Юпитера там есть еще бункер. И там точно можно взять тоже. Зачем нам надо качать ученых? А, прокачивая ученых, у них расширяется арсенал торговли. И мы откроем для себя быстрее детектор. Если вот так не повезет, и мы не найдем в тайнике, то у них самая маза купить. И с детектором очень-очень упрощается фарм артефактов. На артефактах, ну, всем понятно, можно хорошо зарабатывать. Вы сигары облученные у меня. Так, сбегать что ли сюда? Выстрелы какие-то были, может там кого-то можно будет подлутать. О, вот, пожалуйста, сталкеру какой-то лежит. Ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, это может быть один из тех, кому я продавал ПДАшники. Представляете, кэшбэк? Ну, потому что он же сам не подбирает ПДА. Сталкерня. Мы уже с вами этому были свидетелями. Значит, его же мыхнули, у него были мои ПДА. И ребята подобрали все как раз-таки, кроме этих ПДА. Есть что у тебя? Две сигареты слава? Слушай, у меня, по-моему, они как раз и есть.
но одна початая, поэтому не буду. Я предлагаю отсюда зайти, а не отсюда. Исследовать подземелья аэропрома в поисках информации. Нам в любом случае нужно будет именно в тайник стрелка. О, тайник. Соответственно, нафига мне крюк какой-то делать с какой-то там опасной стороны для меня заходить? То есть со стороны базы военных. Еще стрелять по мне начнут. Лучше уж как будто вот так. Всем здорово. Тут рюкзак, кстати, должен быть. Серия, фиг его знает какая, у меня нет фонарика. Чтобы разглядеть, где рюкзак лежит. Ага, нашел все равно. Но пусто, пусто. Простейший квест, тайник стрелка. Ай-яй-яй, больно. Ох, кстати, а тут? Обжегся. Что по состоянию? 100%. Можно типа вниз спуститься. Вот, кстати, с этого тоннеля я бы и зашел. Но, по-моему, там нет смысла что-то искать. Но вопрос другой. А как я пройду? Еще раз обжегся. Все еще 100%. Вот так вот пропрыгнуть. Есть ли тут обитатели? Если так зайти в контакты, то вроде никого. Хотя вот контакты, неизвестные контакты... А, известные, только понял. Господи, ну и звуки. Страшно. Но я могу сохраняться. То есть как будто бы тут пока в радиусе нет врагов. Тут прикол с сохранениями, конечно. Все-таки надо было делать... Опа, вот. Все, теперь я знаю, что кто-то есть. Блять, блять. Это было очень жестко. Я сильно испугался. Я кровососов боюсь в замкнутых пространствах. Да достань ты, господи. Фу, сердце кровососа. Вместо моего, потому что мое сердечко сказало пока. Это жесть. Что-то у вас тут происходит. Мышки сдохли. Фу. Как же это было неожиданно. Ладно, живем. Еще будут кровососы? Вполне могут быть. Нам надо наверх. В тайничок стрелка. Эх, как тут безопасно. Такая тут безопасность ощущается. Просто класс. Как-то даже не страшно сразу. Ну вот, пожалуйста. Тетрадь с записями. Тетрадь с записями, принадлежащая, вероятно, стрелку. В ней подробно расписано, как попасть в подземный путь. Лаборатория X-18. Ну, это, короче, переход открывает нам постоянный в X-18. Которого сейчас, кстати, нет. Поэтому использовать. Все. Появляется переход. Вот в такой последовательности надо было идти. Сначала сюда и потом дальше. Опа, кто здесь? Калаш какой-то. Опять же, фонаря нет, блин. Обычный калаш. Новый? Блин, нет, половинчатый. Ну, кстати, сюда, я думаю, довольно быстро можно прийти и, как бы, ну, забрать это половинчатый калаш. Ну, даже не половинчатый, 31%. Но с такого состояния и можно вычинить, скорее всего. Просто я сюда уже поздно пришел. Ящик с военными документами. Так, а что мне с ним делать? Он, наверное, тяжелый. 4 литра. Не знаю, куда его именно отнести. Да ладно. Хоть в одном ящике что-то было. Причем оцаревшие 7 патронов. Спасибо. Тут не открывается случайно? Мало ли. О, комбез. Ну, я надеюсь, не питал особо. Но опять же, даже такой можно вычинить. Да, сюда нужно было прям в самом-самом начале бежать. Потому что никакого газа, как видите, тут нет, который бы мешал пройти, как в том же NLC. Что сюда только с маской можно спуститься. Нет, пожалуйста. Причем, опять же, в начале у меня уже есть хороший противогаз. Но даже он тут не нужен. Хотел спросить, откуда тут листва, но тут вроде он. Система вентиляции, скорее всего, оттуда пришло. Так, ну все. Дальше тут нет смысла что-то делать и находиться. Я отсюда сразу же ухожу, ребят. Как хотите. Угу. Не дают сохраняться. О чем-то это говорит. Ой-ой-ой. Страшно-то как, ё-моё. Прям сердце колотит. Ой! Ты кто? Вояка, по-любому, кто еще? Да, военный. Пришел на шум, блин. Не, что-то я играл в этот мод на расслабоне, как-то, знаете, так, на спокойствии. Ой-ой-ой, еще кто-то идет. Уходим, уходим, уходим. Но сейчас стало стрёмно. Когда я с кровососом встретился, я тогда в первый раз очень сильно напугался. А сейчас я пугаюсь уже всего остального. Все, отлично. Даже, кстати, не спросили, хочу ли я перейти. Всем здорово. Я живой. Кстати, на Интаре мы, как увидели, так и нет проводника. Что там по инфе? Земля, воздух, нужна помощь. Аномалия, опасный склон. Группа бюреров? Нифига себе. Это где-то тут, наверное. Бюреров я бы пощупал. Да, вот он пошел мочить их. Прикиньте, когда-то это был просто прорыв в моддинге. Вау, вертолет реагирует на команды, идет помогать. Ну, на команды неписи. Так, сейчас по старой тропинке идем. Сразу сюда отказываемся от задания уже. 100 раз могли другие квесты взять у человека этого. Почему игра подвисает перед тем... Как мне откажут в работе? Обычно она подвисает, когда
Можно будет сейчас получить работу. Они все без... Они меня ненавидят, поэтому у них у всех практически нет денег. Забираешь шкатулку. Ну и ПДАшки. Очередному путнику, который сюда прибился. Скоро будут ходить легенды о Сереге из Аленси, который ходит по всей зоне и втюхивает вам ПДА. И лучше вам не отказываться от них. Просто молча берите, кивайте и уходите. Ну, тут все общупанные, хотя вот какой-то паренек. Ну да, и скорее всего старый как раз таки. Ого, бутер, халявный, я как раз немножко кушать хочу. Вот магазин от СРЭшки, у меня такой же есть. Из тайника выпал, единственный экземпляре. Может он дорого стоит, я не знаю. Ничего полезного, ладно, поехали. Ну, серия сегодня, казалось бы, особо-то ничего экстремального не произошло. Но Хабаром поживился. Хабаром поживился, новый броник переоделся. Странно как-то, смотри. Этот не хочет брать броню, одиночка-стажер. А этот одиночка готов взять. Странно, что-то тут нечисто. О, редбульчик хотите? Давайте нашему дадим Сереге редбульчик. Мне кажется, он заслужил. Как раз я сейчас покушаю. Хотя не, лучше не кушать, конечно. А, нет. Уже желтый голд. Я-то подумал, он до сих пор серый. Уже желтый, тогда давай кушаем бутерброд, найденный из трупа. Это, знаешь, такое себе. Отлично. И все это энергетиком сверху припорошить, чтобы жизнь малины показалась. Вот это кайф. Правда, все равно голд, вернее, жажда небольшая осталась. Ну, давай, пока действует энергетик, не будем пить. Я боюсь, что собьется действие. Ну и погнали дальше. Шкура плоти. Вот эти все шкуры, не шкуры, их набрать и продать. У меня их уже столько там на базе лежит. А, не-не, там кто-то есть, подожди. Ну пусть подходит тогда. Мужики только без гранат договорились. Так, отлично. Пришли и всосали, ха-ха-ха. Ну давайте, мужики. Облученный хлеб, мясо крысы. Почему мясо крысы выглядит как сало плоти? Блюдо. А так, в планах что теперь? Сходить сюда, в лабу. Потом уже можно выйти 16. В принципе, надо было сразу, наверное, все-таки шлем заказать. Там шлем долго делается, противно. Был неделю, что ли, целую? Если я не ошибаюсь, может, или 3 дня. Но учитывая, как долго здесь идут дни. О, опа, да ладно, нифига ты на меня увидел. Ну, ребята, вот, вот что такое аим. Больно. Ой-ой-ой, как больно-то, смотрите. По всем частям он мне попал. У меня еще сзади, оказывается, кто-то подрывает там. Здорово, мужик. А, у него 7.62. Ну тогда да. Тогда это ставит все на свои места. Скорее всего, я прям нормально так получил. Живем-живем, лечимся. Опа, там какой-то вообще левый тип, наверное, древний. ПДАшник должен быть. Да, это очень древний. Неприятно так что-то в меня попали. 7.62 прошили. Боюсь, если я был в обычной броне, я бы, наверное, вообще моментально сдох. Повезло, что куча бинтов была. Вы сами видели обильное кровотечение, на ногу пришлось вообще 2 раза бинт потратить. Опа, это чё? Ха, не понял. 5, музыка прикольная. Кстати, костюм можно разобрать, по-моему. Правда, не факт. Да, попробуем просто. Да, что-то сейчас поимеем. Тряпку какую-то. Кусок плотной кожи, ну это такое, конечно. Так, гранатку хотел кинуть, кстати, у меня, видели? Гад какой. Ребят, нам такое надо вообще? Как считаете? 34%. Снайперская винтовка. Пишите в комменты, сейчас посмотрим, что люди напишут. И, может быть, сохраним. Но если нет, то нет. Вообще, видел вроде бы 3 бандитов. То есть, 1 в кустах и 2 тут. Либо это был один и тот же. Ага, он все-таки. Подожди, это кабан? Ага. Как назло нет сталкеров. Я хотел ПДА продать прямо сейчас. Ладно, я не смог завершить работу. Давайте вообще посмотрим, упадет ли репа. Смотрим. Одиночки, наверное, тут. 575. Я не смог уничтожить гражданских зомби. Да, я занят другим делом. К сожалению, я не могу помочь. Так, все, есть новая работа тут же. Мясо кровососа. Кстати, а у меня есть такое. Что происходит? Что такое? Тут кто-то есть? Не знаю, нет, мужики успокоились. Смотрим, 550. 575 было, да? Или как? Я уже что-то запутался. Но в любом случае, пофиг. То другого варианта не было. Что там? Платье за мясо мутантов. Мясо кровососа. Блин, ну вообще-то оно у меня есть. Давай возьмем. Будет смешно, если опять что-то произойдет, я не смогу его выполнить. Да, посмотрим, за сколько он шкуру плоти берет. Ну или сердце крова, допустим. 504, а что так мало? Ёпта, ну это не серьезно, я не знаю. Разрабам надо ребаланс сделать. Этот мод, он, блин, я не знаю. Ну почему ПДАшник стоит дороже сердца? Ну вдумайтесь, сердце кровососа. Почему ПДА стоит дороже? Ну смартфон, да, вот. Ну вот, у нас не ПДА, а смартфон. А толку? У вас этот смартфон стоит дороже, чем сердце кровососа. Сердце кровососа. Опаснейшего мутанта в зоне. То есть этого мутанта надо найти. Его надо замочить,
Ты должен срезать это сердце, да, навыком обладать. Что, продать его за сколько? За 500 там гривен или за 900? Неважно. Смартфон с Анной, который обузится, стоит 1200. В чем справедливость? Справедливости нет в этом моде. Но в этом моде нет не только справедливости, тут нету логики. Судя по таким моментам, ну нифига себе, тут опять народу. И у меня опять 1000 ПДАшников. Это вообще тут со времен царя гороха лежит. Вы же трупы должны за сутки исчезать. Я тут уже кучу суток провел. Эх, ладно. Ну что, сейчас по сути все, возвращаемся в бар. Ну из бара вот таким путем можно перейти сюда, выполнить квест с X18. О, листики висят. И не стесняйтесь писать комментарии, хотите ли вы дальше, чтобы я проходил. Либо же начнем что-то другое, что пока не знаю. Главное, чтобы людям было интересно. В принципе, весь интерес в этом моде заключается в фарме. То есть интересно фармить, да. Интересно повышать свои навыки. Интересно из грязи подниматься. Но я уже поднялся как будто бы, да? У меня уже вон какая дура есть. Вот опять же, вот магазины, это же прикол какой-то с магазинами. Магазины не продаются. В чем прикол? То есть, как будто бы стоило все-таки... Ну, конечно, ёптик, здорово. Как будто стоило в Anomaly Redux какой-то сыграть. Смотрите, какой мне урон. Смотрите, ну, урон. Ну, вот от такого удара все-таки большой урон. А когда она прыгает, вот от такого удара нет урона. Ну, охренеть, сколько тебе надо ударов. Короче, все. Ссылка на плейлист в описании. Всем спасибо, счастливо и пока.